Привет. В общем, тут такое дело. War Selection. Попалась игрушка. Не знаю про что. Вроде как стратегия, но я что-то не понял, как-то что происходит вот со старта. Просто есть обучение, да? Рейтинг, очки, технологии. Ладно, давай. В настройках тоже особо ничего нету. Давай начнем с обучения. Давай, давай. Так, что у меня есть? Чтобы поднять или опустить камеру. Так, для отдачи приказов сразу нескольким рабочим нужно... Выделил, чтобы отдать приказ. Ну, понятно. Это... Ой, что так резко все? Есть у меня рабочих куча. А точно там рабочие все? Ты кто? Че она говорит? Очи. Так, есть рабочие. Пища – это один из ресурсов, необходимых для обучения войск и строительства зданий. Ее можно добывать из косяков рыбы, убитых диких домашних животных. Пищу собирая ягоды рабочим. Отправьте одного или несколько рабочих на сбор ягод. Давай распределять, давай. Давай, двое. Двое будут ягоды у нас собирать. Трое. Строительный материал. Отправь рабочих собирать строительный материал из любого дерева, кликнув по нему. Так. Как камеру крутить? Пока не умею. Ладно, может, скажут еще. Добыча. Добыча. Все добывают. Хорошо. Для добычи ресурсов нужны рабочие. Нет, это не то. Нет, это не добывается. Ладно. Пока не так. Для добычи ресурсов нужны рабочие. Обучить можно в главном здании. Сделать это сейчас, выбрав алтарь и назначив в нем обучение двух новых рабочих. Рабочий. Раз, два. Отлично. Обучить двух новых рабочих. Они, между прочим, по-моему, с деревом носят еще и камни. Откровенно говоря. Обучились, ребята, хорошо. Чтобы обучить новых рабочих, постановка плана строительства или воинов необходимо, чтобы в твоем поселении было достаточное количество жилья. Для этого можно построить хижины. Чтобы построить здание, нужно сперва поставить его план строительства. Найди справа снизу экрана на панели строительства хижину и поставь ее план на землю левой кнопки мыши. Хижина. Где мы ее поставим? Давай здесь. Так. Давайте идите строить. Что-то у него за мозги. Оптимальная цель для атаки. А, понятно, мозги. Это он типа сам думает, да? Для ускорения добычи пищи и материалов нужно большее количество рабочих. Обучи еще трех рабочих в алтаре. Раз, два, три. Отлично. Значит, мы отправим еще рабочих на добычу. Достигнуть предел. Построю еще одну хижину.
Отлично. Молодцы, парни, все при деле. 5 рабочих бездельничают. Так, рабочие, которые бездельники. Флаг можно выставить где-нибудь, чтобы они сюда тусили? Пока не вижу. Хорошо, подходит следопыт, но придется построить недостающее жилье. Построю еще одну хижину обычай. Следопыта. Так. Следопыт. Одного строим. Он у нас будет исследователем. По графике я бы не сказал бы, что тут что-то красивое. Так себе. Может быть, это прямо и не нужно. Главное, чтобы интересно было. Сейчас посмотрим. Почему-то нет игры, только обучение. Что-то это уже стрёмненько. Так, где наш следопыт, друг? Так, чтобы ориентироваться по миру и быстро перемещать камеру, можно использовать мини-карту. Для этого просто кликни левой кнопкой мыши по любому месту на мини-карте, и камера моментально переместится в это место. Вы чужие, переместите камеру в любое место. Вот так вот. Так. Для моментального выбора и поиска всех твоих следопытов есть специальная кнопка в левом верхнем углу. Углу экрана или кнопка F5 на клавиатуре. Ага, вот они. Используй своего следопыта, чтобы осмотреться. Пусть он поможет изучить всю округу. Ну, давай его сюда отправим. Передвижение пускай идет, изучает. Косяк рыбы, смотри ты. Так, а что мы можем? Ничего не можем. И что пошел он? Сколько ему эту округу изучать? Пусть он поможет изучить всю округу. О, прям всю. Ничего себе. Создание запасов. Кто-то украл наши... В смысле? Наши ресурсы. Но для обучения войск и строительства зданий необходима пища и материалы. Старайся всегда обеспечивать постоянный приток этих ресурсов, распределяя рабочих на их добычу. Создание запаса ресурсов. Создание запаса ресурсов — это очень дальновидно. Накопить 400 пищи и 400 материалов. Ну да, конечно, у меня собирают, пускай копится. Что, как я еще по-другому могу накопить? Вы чё? Кто еще бездельничает? Всем работать. Всем работать, всем работать. Хорошо. Так, ты, дружище. Иди сюда. Пошел. Пошел, вроде бы. Тут, по-моему, врагов нет. Ну, это мы быстро накопим. А вот с ресурсами беда. Увеличивает скорость рабочих каменного века. Давай-ка сделаем. Нет, пока не надо.
Лишнее тоже не нужно. Даже ресурсы. Тигр, смотри ты, прикольно. Тут есть хищники. Так, этого уже 500. Осталось накопить. Так, подожди. Ой, ресурсы-то качаются. Ну еще чуть-чуть. Потерпи, дружище, еще чуть-чуть. Так, следопыт ходит. Каменный век. А это, видимо, бронзовому дорога. Но она пока еще не происходит. Размер твоей страны 0. F1. Карта. А это что такое? Показывает леса. Выделяет что-то. Окрашивает моих работников в зеленый, в красный цвет. Это я не знаю, что такое. Без понятия. О! Бойцовская яма. Постановка плана бойцовской ямы. Для обучения армии необходимо специальное военное здание. Одно из них это бойцовская яма. Как скажешь. Строим. Рабочий, который бездельничает. Иди строй. Ты поможешь ему. Вдвоем быстрее будет. Хотя он один неплохо справляется. Ну ладно, пускай вдвоем строит. Все-таки быстрее будет. Так, дружище. Давай-ка сюда теперь. Будем искать, где враги. Сейчас мы найдем врагов, со всеми разберемся, и все будет отлично. Каменотес, склад, храм. Ага. Теперь нужно выбрать бойцовскую яму и обучить 10 воинов. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. А вот и никак. Тогда это сюда. А вы, ребята, идите собирайте что-нибудь еще, не стойте только на месте. Что у них здесь еще есть? Требуется каменотес, дубина. Каменотес мне нужен. Недоступно пока. Не знаю почему, но недоступно. Видимо, пошагово все будет по мере прохождения, получается, обучения все будет появляться. Надо просто не спешить. Сейчас 10 воинов сделаем. Хоть это и долго, но сделается. Да, графика так себе, парни. Так себе графика. Иди теперь вверх. Мои красные точки, а если... А, на карте могу сделать зеленые. Как-то привычнее зеленые все-таки. Красные обычно враги. 5 воинов. Почему не делается? Я понял. Не хватает жилья. Знаете, что у нас кончились? Идите рыбу собирать. А то так еда может закончиться, парни. Так, ну что там, войны продолжились? Отлично, все продолжается. 27. Рабочие бездельничают. Кто тут бездельничает? Покажись. Эту рыбу выловят за 3 секунды, блин. Я нашел вражеское поселение. Походу моего парня только что шлепнули.
Ладно, хорошо. Еда есть, ресурсы есть. Быстрое выделение всех войск. F2. Этот мир полон диких зверей. В лесах ходят олени и живут тигры. На берегах можно встретить аллигаторов. В лугах... Блин, не успел прочитать. Ты можешь улучшать некоторые характеристики своих войск. Сделай это, выбрав исследование кожаная обувь. В бойцовской яме это увеличит скорость всех твоих воинов. Ну ладно, следопыт мне уже по сути не нужен, я думаю. Обойдемся. Вот каменотес почему недоступен? Еще рано. Ждем. 10 чуваков. Скоро мы нападем на тебя. И думаю, что ты у нас спрячешься. Пойду пока туда пройдусь, прогуляюсь. Выстроим оборону там. Если что... А, так у меня маловато народу, слушай. Дом улучшить нельзя. Еще один поставим. Ух ты! Они с тигром завязались в бой. А там еще и кабан дикий. Чем они кидаются? Они камнями дерутся. Так, отлично. Тигра ушатали. Рабочие бездельничают. Ага, хорошо. Здесь еще есть еда. Добыча мяса там. Огромный мамонт лежал. Так, всех ушатали. Сколько осталось в живых? 9. Ясно. Постройте склад. Рядом с кучей мяса. Ах, черт, тут кабан. Он может наших нагнуть. Надо еще бойцов построить. Пятерых хотя бы. Класс. Сейчас нас всех грохнут тут. Нападайте на него. Чувихи, давайте, я вас верю. Ну, давай, родная. Добейте. Отлично, добили. Давайте собирать. Здесь что? Увеличивает скорость ягод. Все, будем исследовать потихонечку. Так, рабочих. Сколько моих рабочих тут умерло? Сколько у меня вообще рабочих? Где это посмотреть? Не показано. Склад получения пищи из мяса гораздо эффективнее, чем от сбора ягод. Убедитесь. В этом отправят своих рабочих собирать мясо убитого зверя. Так, дает доступ к новым технологиям. Каменотес. Рабочие. Надо рабочих пару штук. Наверное, пока рано. Повернемся. Давай-ка вернемся. Так, каменотес строится. Нужен для исследования нового в военном деле. Его появление откроет возможность обучать. Ясно, хорошо. Пранщиков. Так. Оплот. Построить первое защитное сооружение.
Хорошо. Так, яма. Пятерых в яме построим. Не мешало бы жилье, конечно, еще дополнительное построить. Рабочие бездельничают. Давай пару хижин еще. Это атакующая башня какая-то. Построй два оплота и обучи 5 пранщиков в бойцовской яме. Хорошо. Так, рабочие бездельничают. Оплот. Еще один оплот. Можно даже еще один оплот поставить, чтобы прям захватить. Даже еще один, я думаю. Чтоб нигде не прорвались. Так, пранщиков обучил. Вроде бы да. А, там даже два плота было. Сейчас достроится, все нормализуется. Так, иди мясо собирай. Все собирается, все хорошо. Есть, все прошло нормально. Что дальше? Кожаное прощанное исследование. Требуется каменотес. Так ежешь каменотес. А, просто не могу, потому что не могу. Вот в таком вот раскладе. Достигнут предел населения опять. Ёшкин ты кота. Чё с вас так много-то? Пришло время улучшить свои новые войска в бойцовской яме. Исследуй кожаную прощу. Да исследуется ж, по-моему. Все ж идет по плану. Все идет по плану. Я люблю нирвану. Так. Рабочие бездельничают. Рабочие бездельничают. Что нам? Вернуться к добыче ресурсов. Все. Никаких бездельников. Всем работать. Ничего не знаю, чтобы начать обучить 5 дубинщиков. Сперва исследуй технологию дубина. Я понял. Исследуем. Скоро мы нападем, и все будет отлично. Единственное, что... Подожди-ка, дай-ка я подальше чуть-чуть. Так, как оно захватывает? Стой, сюда. Чтоб захватывало. Так, а ты вообще вернись сюда. Зачем нам там рабочие под атакой? И обучить 5 дубинщиков, да? Раз, два, три, четыре, пять. Отлично. Хватит места. Хватит, но желательно. Так, еще пару рабочих. Одного хотя бы, чтобы еще один дом построить. Все очень просто. Проще некуда. Все очень просто, все очень просто. Телеграм-канал мне не дает играть почему-то. Ладненько. Сейчас я нападу. А потом... Нет, надо прослушать, наверное. Так что
Пятисекундный перерыв, товарищи, далеко не уходите. Ох, пока я отходил, тут такая драка завязалась. Капец. Мамонт напал. Зверь. Дикий зверь напал, слушай. У меня поуничтожал всю мою банду, ну. Тут-то да. Так, а сколько у меня рабочих, я не знаю. Так, это изучим. Что это такое? Костяная броня увеличивает эффективность брони, увеличивает урон воина-дубинщика, увеличивает урон воина-пранщика. Военное улучшение. Не стоит пренебрегать. Возможность получить такое важное преимущество. Ладно, пока оно изучается, я снова отлучусь. Так, ну что тут, все построилось, надеюсь. Так, ты уже знаешь, как отправить войска в атаку на врага. То есть возможность отдать приказ идти в нужное место, атакуя всех врагов по пути. Тогда твои войска сами будут выбирать цель в бою. Чтобы отдать такой приказ, выбери свои войска и используй специальную кнопку внизу на панели войск или нажми кнопку Q. Так, это все мои войска. Так, один рабочий тут зачесался. Ты мне здесь не нужен, дружище. Иди собирай дальше мясо. Отлично. Кью. И сюда, да? Нет, неправильно. На левую кнопку надо было мыши нажать. А вот так вот. Возможно, тебе придется обучить дополнительные войска для достижения этой великой цели. Разгроми лагерь врага. Легко. Порвем на куски, пацаны, сейчас их этот лагерь несчастный. Так, усовершенствований никаких нету больше ни для чего. Это тоже не могу построить. Ну и ладно. Хотя чё, ладно. Дай-ка я сейчас, чтобы быстрее все происходило, мы сейчас парочку домиков еще построим. Нас атакуют, о боже. Ну-ка, давай посмотрим. Мочи, пацаны, давай. Сколько у нас было? 32 воина, по идее. Войск у нас 32 человека. Сейчас посмотрим, сколько выживет. 31 уже. А, так у меня же там строятся еще. Ой, а дубинщики-то смотри, это медленные парни, божечки. Пока дойдут, так тут все закончится. В нашу пользу. А может и нет. О, нормально они так лупят, смотри. Тяжелая, короче, это тяжелая техника. Танки наши. Это наши танки. Я думаю, мы должны победить. Сколько здесь... Выбрано воинов. Конкретно пострадали. Нет, парни, надо как-то вот так вот атаковать. Целенаправленно. Иначе нас сейчас добьют. Ну-ка, дубинками. Блин, что-то пранщики не попадают. Ладно, я думаю, парни с дубинами разберутся. Смотри, как они быстро выносят. Ну и все. У них на защите больше никого нет. Где тут главное здание? Давай уничтожим его. Может, это конец сразу будет миссии. Может быть, сразу конец. А может и нет. Посмотрим. 22 человека осталось. Это еще плюс у меня там построилось какое-то количество. Так что нормально так армии половину уничтожили. Сопротивлялись. Они сопротивлялись даже. Засранцы. Так, отлично. Пока они там будут добивать, я, пожалуй, займусь делами. Построить храм. Все в помощь.
Ну что? Еще нет. Что в храме будет? Тоже какие-то исследования. Смотри, бронзовый век. Африки, Европы, Азии. Это нужно выбрать. В каком направлении мы будем двигаться, я так полагаю, да? Хорошо. Если ты выделишь храм, то сможешь выбрать направление для перехода в следующую эпоху. Это будет бронзовый век Азии. Век Европы. Обрати внимание на требования для перехода. Требуется 20 рабочих, 20 рабочих, 20 рабочих, 20 рабочих, я понял. Сколько у меня всех рабочих? Хороший вопрос. Я, если честно, упустил тот момент, где смотреть рабочих. Ну, построим 20, проблема большая. Хотя у меня, наверное, не вместится 20. Надо строить дома еще. Так, а пацаны, вы там хоть разобрались, надеюсь? Вроде да. Вроде раскрошили тут все. Молодцы. Валю за службу. Всем по медальке. Кому по медальке дать? Так, идите сюда. Сейчас соберем вас назад всех. Так, идите, панда, на место. Ну что, там есть 20 рабочих? Когда они будут? Так, дом. Главное, чтобы домов хватило. Совершенствоваться они пока не могут. О, отлично. А почему это нельзя? Находится в планах на разработку. Находится в планах на разработку. А, ну понятно. Понятно, понятно. Так, значит, совершить переход в бронзовый век Азии, Европы. А куда лучше? Блин, нафиг его знает, куда лучше. Ну, так какая разница? Давай в Европу. Прорубим окно в Европу. Все, пошло? Пошло вроде, да? Ну, пускай изучается. Так. Изучаешься? Давай, родимая, изучай. Фу-ху-ху. Армия солидная. 13, 16 и 6. Это так, 20. А, ну всех 35, по идее. 19, 29, да, 35. И что, на обучение игра закончится, что ли? Переход идет в каменный век. Бронзовый, точнее, с каменного в бронзовый. Или там продолжится еще обучение? Ресурсов он так солидно собралось. Домов не хватает. Я вижу, что не хватает домов у нас. Жилья нет людям. Как это так? Поскольку оно добавляет, предел населения увеличивает один дом. Отлично. Обучение завершено. Твое обучение завершено. Теперь ты обладаешь базовыми навыками и умениями. Впереди тебя ждет еще много открытий и новых знаний. Изучай этот огромный мир, сражайся с врагами и защищай друзей. Всегда пробуй новое. Выйти в меню. А я не хочу в меню. Но есть ферма у меня. Но можно я ферму построю? А нельзя, походу, строить ничего. Видимо. Нельзя, все. Видимо, обучение закончено и до свидания. Дальше тебе не позволят играть. Можно улучшить. А как это улучшать? Я пока не знаю. Кузница, слушай, охранная башня. Оно не улучшает почему-то, я не знаю. Видимо, приход... Да, все, придется выходить. Ладно, давай, поехали. А, так смотри, обучение прошли, все появилось, типа. Играть отрядом, каждый сам за себя. Приватный матч.
повторы. Каждый сам за себя. Рейтинговый бой, песочница, выживание. Под постоянным. А, смотри, сколько тут режимов, прикольно. Это сетевуха. Есть одиночная игра без ярких, ярко выраженной цели. Ага, выживание. Постоянно враги. Компания. Сюжетка есть. А, ну она в разработке. Ясно. Ну, ты знаешь, в принципе. В принципе, есть где остановиться. Я думаю, даже прикольно. Можно было бы сыграть. Можно было бы сыграть, но не сегодня. Правильно я говорю? Правильно. Так что давай, скачивай ваш селекшн, если тебе понравилось. И играй. А если тебе понравился ролик, ты знаешь, что делать? Знаешь ведь, да? Знаешь. Я знаю, что ты знаешь. Ты умный парень. Ты знаешь, что делать. А у меня на сегодня все. Увидимся в следующий раз. Пока.